Итак, всем привет! Сегодня мы решили проверить, что же у нас продают в наших парках. Часть большую мы купили в Ивантеевке. Да. Ивантеевке. И вот это и вот это мы купили в Пушкино. Ну давай, засыпай. У нас есть Будем смотреть, как будут расти большие арбузы. Есть обычные арбузы или средние арбузы, даже не знаю, какие, наверное, нет. Обычные. Обычные, вот средние арбузы, они жесткие, вот эти, кстати, мягкие. Угу. И какие-то вот наборчики, но тут они поменьше. То есть, я думаю, что вот это, то есть их 4 у нас, типа. Ну, засыпай. И вот, я не знаю, как вот это будет расти, мне еще интересно. Тут будет ли это расти, или это декорация. Давай посмотрим. Вообще сказали, что все растет. Засыпаем. Да, еще нам рассказали это. Мы этого раньше не знали, поэтому говорим вам, что в фильтрованной воде они прячутся гораздо лучше. Поэтому я таскала фильтры. Они получаются упруже, потому что их чем что-то разрушает, по-моему, хлор. Да? Более упругими, да, без хлора? Да, и они меньше шанс, что, знаете, бывает трескаются арбузы, кто рос, кто растил, они просто разрываются. Ну, посмотрим, что у нас получится. Да. Может, они тоже разорвутся. Нет. Так, нет, это обычный, ты большие засыпаешь, да? Да, обычные арбузы не разрываются. Ну, иногда такое редко бывает. О, а вон они какие большие. Да, ой, они липкие. Они очень... Липкие? Да, у них пакеты слип. Ну, давай, засыпай дальше. Большие. Большие упаковочки такие средненькие. Угу. Ух, упаковка хорошая. Это так было красиво. Mm-hmm. Может быть, с ракурса камеры не очень, но вот. Да, они красиво полетели. Красиво, но это было. Сейчас будет все вот так. Мы взяли в сочетании цветов желтый и зеленый. Такие яркие. Это было не так эпично. Так. Ага. Все. Пересыпаем наших динозавриков. Mm-hmm. И потом, может быть, даже что-нибудь с ним будем делать. С ним какой-нибудь челлендж с ним, да? Ну, подумаем. Будем искать них либо динозавриков, либо какие-нибудь сюрпризы. Хорошая идея. Так, динозаврики. Снова большие арбузы. Да, они липкие, они от упаковки не отстают. Выковыривай. Больших упаковки идет, сейчас скажу. Кстати, большие разного размера. Да, момент. Да, есть такой момент. Они сильно разные. Вот, больших упаковки. Ой, смотри, он уже начал расти красный. Да, все же серьезно. И прозрачные начали увеличиваться. И динозаврики, смотри. Да, они все начали увеличиваться. Давай засыпай дальше. Не видите разного размера. Ну-ка. Да. Действительно, синий самый большой. И прозрачный. Вот это вот, да, большой. Засыпай. И тут у нас 6 штучек в одной упаковке больших. Да, мы так видим. Да, так видим. Ой, так у нас арбузов-то на самом деле немало. А ты еще думала, у нас их очень немало. Поэтому мы взяли такой контейнер. Я очень... Поэтому ты минут 20 воду таскала. Да. И мы думали виноград переселить, но я боялась, что я туда не поместится и сделать. А, это средние, да? Да, это средние. Слушайте, они... Там еще вон желтенький выскочил. Желтенький? Да, только поставил. Угу. Так, ну, немножко осталось. Да, будем снимать на разных этапах, как они растут. У меня пока единственное... Вот. Но они уже увеличиваются. Да. Да, чуть-чуть попозже с ними. Видишь, какой маленький, больших положил? Угу. Вообще так можно? Смотрите, вот у меня единственное опасение. Вырасти, как вот это будет расти? Ну, может, это вообще декорация. Ну, давай знаешь, дальше. Знаешь, конечно, все растет. Ай! Мы без тебя не снимаем. Ванечка, иди сюда.
Ну, давайте, покажите, как у нас выросли арбизы. Да, мы вчера утопили камеру, поэтому доснять не смогли. Да, утопили мы вчера камеру. Вот, большие, видите, еще не круглые, не ровненькие. Нет, они еще будут расти, они должны быть огромные. Они еще будут расти, да. Вот. Ну, в общем, камера выжила. А вот эта фигня нифига не растет. Да, это декоративка. Нет, сказали нам там, что она будет расти, но только чуть-чуть. А, кстати, слушай, она действительно растет. Да. Ой, Ваня, осторожно. Вот так вчера Ариша и скинула камеру. Так, а мне знаете, что нравится? Что нравится? Сейчас покажу. Динозаврики. Ай, где? Так, кстати, смотрите на динозаврика. Да, динозаврики тоже подросли. Вот синий самый не круглый. Он самый мягкий. Еще... А вот этот мягкий. Ну, это да, это растет. Ты синий потрогай. А где прозрачный большой арбиз? О, прозрачный большой арбиз. А он такой же синий. Нет. Вот, потрогай его. Такой он желейный. Ну, сюда поднеси к камере. Нет, его не потрогал. На лизуна похож. Да, вот такой. Сейчас найдем про... Так, приключение... О! Вот он. Смотри, его главное не видно. Только когда на поверхность поднимаешь, его становится видно. Вон там еще. Но это средний, это небольшой, по-моему. А, это средний? Вот средний. Средний, думаю, они будут примерно такие. Ну, в общем, короче, развлекаемся. Сейчас мне еще раз камеру выбьют в воду, и на этом все совсем закончится. Вот такие, наверное, будут маленькие, я не знаю, будут они еще расти. Я думаю, чуть-чуть будут. Ну, кстати, в фильтрованной воде они реально классно растут. Да, ну вот многовато мы, мне кажется, воды налили. Правда. Да подожди, им еще расти и расти. Вот эти, представляешь, какие еще огромные будут? Ну да, еще динозаврики не выросли. Но это фигня, говоришь, она не сильно будет расти. Да, она растет, действительно растет, не соврали. Ну растет? Вот динозаврик. Растим арбизы, да, и вот динозаврик. Я его уж показываю. Да, вот динозаврик. Мы показываем. Так, мы продолжаем снимать, как растут наши арбизы. Ну, покажи. У нас, смотрите, фокус. Есть шарик арбиз? Его просто нет, я, кажется, знаю, какой мы будем... снимать челлендж, будем искать прозрачные шарики. Ага. Потому что их реально невозможно увидеть. Ну-ка, подними его еще раз. Вот он. Просто его невозможно увидеть. Оп, только на поверхности его видно. Только по белым пятнам, наверное, все-таки можно. Оп. Ну, по прозрачным. Смотрите, у нас шарик синий раскис в кисель. Ну, он уже такой большенький. Он самый большой, но он... Да, кстати, он больше всех. Но он настолько кисельный, такое чувство, что он реально стоит только из воды. То есть вот... А, ищешь? То есть он менее плотный? Ты его потрогай. Не хочу я его сейчас трогать. Он очень, он просто кисель. Я уже камеру один раз намочила. Да, а вот эти вот они жёстенькие. Так. Но даже, я думаю, что ни одни шарики еще не выросли, потому что вот... Это, наверное, были средние шарики или маленькие, которые в больших коробках были? Ну да, они еще только растут. И вот маленькие, которые шли в комплекте. Угу. Они еще настолько жесткие, им еще расти и расти. Я думаю, что вырастут они... побольше. Да. Так, Ванечка, иди покажи своих динозавриков. Смотрите, удачный лук. Поверни к камере. Ага. Ой, слушай, а он прикольный. Ну-ка, покажи еще какого-нибудь. Ваня вчера динозавриков выбрал. Ух ты! Это Арина выбрала. Арина выбрала? Ой, слушай, классный. Но он еще будет расти. Ай! Покажи еще какого-нибудь. Кстати, вот еще тут веточки. Она вроде бы выросла немного. Ух ты, а это что за крокозябля? Ну-ка сюда в камеру. Ух ты! Достаньте зеленую рыбку. Достань, Вань, зеленую рыбку. Это самая такая. Это что, это рыбка? А, слушайте, точно, это же телескопик. Хи-хи, прикольно. Кстати, насчет этой штуки, она вроде бы растет. Да, вот, но непонятно, она вроде действительно немножко подросла, но как-то уж очень медленно. Видишь, она цвет поменяет. Но она сказала, что она не сильно вырастет. Она вырастет. Вань, покажи белый. Покажи, как он тает, Вань. Подожди, сначала в руке покажи, а теперь покажи, как тает. Оп, и все. И его не видно. Не, мы, наверное, все-таки чуть-чуть.
Ой, действительно, большие очень такие, не, мягкие. Потрогай синий, вот он. Возьми его в руку. Ой, слушай, правда, синий совсем мягкий. Ап, ап. Короче, полдня с арбизами играемся. Одну половинку я случайно расчмякнула. А, да, я и хотела спросить, что там за половинка плавает. Это ты расчмякнула? Нет, нет, нет. Они, знаете как, я уже такое видела, арбизы, когда растут, они... Вот это красивые. Да, у них они растут так, как им дают. То есть там был такой шарик, или половинка шарика, он был... нормальный шарик, без трещинок, но форма была у него не круглая, а с выемкой под другой шарик. То есть, то есть, наверное, большой уперся, средний, когда рос. Его... Вот, смотри, вот. Тоже похоже. Слушай, точно, здесь прям след от другого шарика. То есть он не лопнутый? Прикольно, 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 прикольно. Вот, ну ладно, если из этого вырастет что-то еще более значительное, мы еще кусок видео снимем. Вырастет. Большие еще будут долго расти. Да? Я не сказала, что они... Где-то есть бумажка. Ну какого они диаметра должны быть? Сантиметров 6? Какие-то они должны быть. Ну, как теннисный мячик, короче, да? Ну, чуть-чуть поменьше. Чуть поменьше. Ой, а этот еще тоже какой красивый. Розово-малиновый. Они вначале были пупырчатыми. Да, они вначале были такие пупырчатые. А помнишь, когда мы белые покупали, а сейчас становятся гладкие. Но это, видимо, вот пупырчатые именно в больших размерах. Нет, маленькие были, все пупырчатыми были. Да, ты хочешь сказать другой вид арбизов? Да, ай! То есть вот мы такие... Ну все, заканчиваем играться. Всем пока-пока. А попугаи нас не дождутся. Да, нам еще попугаями заниматься.